Привет всем, кому интересен ремонт. В этом видео у нас Seat Leon 2009 года. И поломка у нас совсем пустяковая. Работа по жести у нас. Вот такая неприятность. Ниже по двери еще вот здесь. Ну, не видно, чуть-чуть прогнуто. Совсем чуть-чуть. Потом на пороге. Так как дело на стыке двух деталей, мы красим также крыло. Эта дверь у нас все хорошо. И вот здесь у нас. Так. Как бы нам с вами увидеть? Ну, кроме вот этого, может быть, где-то с другого ракурса. Ну, вот это вот чуть-чуточки примято. Короче, где-то здесь еще одна вмятинка была. Главное, что я ее видел. Короче, по ходу пьесы разберемся. А, вот она вмятинка. Видно вам, не видно. Но человек хочет из-за этого покрасить практически всю сторону. Поможем ему потратить деньги. Кстати, да. Это я делал по егошному заказу. Вот здесь, видали? Такая красотулечка. Ну так, получилось все как у негра-сутенера. Но ему нравится. Отчего я тоже рад. Поехали делать машину. Ну и теперь вот тот удар ужасный после столкновения с поездом. Конечно, ужасные повреждения. Просто мне любопытно после этого столкновения, хоть кто-нибудь выжил. Вот так едешь на машине. Бах. И все. Ужас, когда делаешь такие вмятины. Постоянно в голове. А как же пассажиры? Ну ничего, ихнее дело ломать, наше дело строить. Здесь целых три вот таких удара. Ужас. Здесь я еще похожий удар нашел. Вот здесь. Такой же жесткий. Но так как мы все равно смежно будем делать это крыло, поэтому давайте его исправим. Где-то там. Так, теперь куда-нибудь, где массу можно закоптить. Вот здесь у нас скол краски. Thank you.
Грунтовка уже подсохла у нас. Значит, есть небольшой еще нюанс. Вот здесь, как вы видите, антигравийное покрытие. А вот здесь мы его сняли. Ну, где-то так тень от него остается. Но в основном мы его сняли. То есть нам сейчас надо его восстановить это. Поэтому мы сейчас сначала чухнем порог этот и нанесем антигравийку. Пока антигравийное покрытие будет сохнуть, мы будем заниматься другими делами. А потом продолжим. Видите, остается такие, так как пупырышками. Ну это со спрая наношу, со спрая. Вот. Для больших площадей я пользуюсь совсем другим оборудованием, там другой пистолет, другие материалы. Вот. Ну так как здесь почти ничего, плюс у нас проявлялось старое антигравийное покрытие, поэтому более целесообразно сделать так. Так четко и снимаем. Вот так вот кантик отбился. Теперь нам надо, чтобы оно подсохло, и потом будем подготавливать все под краску. Значит так, грунтовка у нас подсохла, в принципе, ее можно уже чухать. Но перед этим мне бы хотелось поснимать все резиночки, ручки, зеркало. Вот. Я вам расскажу такую душераздирающую историю. Есть такой автомобильный дизайнер Вальтер де Сильва. Работал он на Альфа Ромео. Так вот, благодаря ему Альфа Ромео стала приобретать такие, ну, действительно красивые формы, не раз выигрывала конкурсы красоты. Вообще итальянский автопром в плане дизайна мне очень-очень нравится, очень красивые машины, именно дизайн. Ну, не считая, конечно, Fiat Multipla, то есть монстр, конечно, вот это Fiat Multipla редкий. Я не знаю, ну может делали те же самые дизайнеры, только под воздействием чего-то запрещенного. Итак, значит, раньше вот эти вот зеркала снимались на Сиате очень удобно. Вот здесь стоял он треугольничком, снутри откручиваешь болтики. И если зеркало у нас управляется электрическим путем, там был кабель, снимаешь обшивку, что уже усложняло. Вот, снимаешь обшивку, высмыкиваешь кабель. После этого откручиваешь зеркало, снимаешь. Но благодаря этому же Вальтеру де Сильва Сиат стал превращаться в кусок говна. В чем это проявляется? Это проявляется в обслуживании машины, в монтаже, демонтаже, в замене узлов механизмов,
Вот, например, вот это самое стеклышко треугольное, оно не стеклышко, оно пластмасс, оно не предназначено для того, чтобы его ставить после демонтажа. То есть мы его срезаем и выкидываем на мусор, и бежим покупаем новое. Не помню, сколько оно стоит, но не факт. Просто так, чтобы вы понимали, насколько это вообще глупо все, да? Вот. Что касается зеркала. Теперь для демонтажа зеркала надо очень хорошо постараться, надо сделать три круга с бубном вокруг машины и прокричать заклинание. Согласно мануалам на эту машину, как снимается зеркало. Значит, снимается обшивка, полностью раскручивается, некоторый крепеж ломается, ну, как всегда. Потом, там есть такая на всю дверь жестянка, она тоже все раскручивается, снимается. И после этого у нас есть доступ вот здесь само тело двери, да, у него есть только вот такой вырез. Потом мы подлазим рукой и откручиваем гаечку там под ключик на 13. После того мы можем извлечь зеркало. Но, как я сказал, мы придумали немного другой способ, который неправильный, но призван облегчить страдания человека, который будет это разбирать. Снимаем крышку динамика. Откручиваем сам динамик. Ну и дальше вы догадались, да? И вот теперь после вот этих манипуляций есть возможность вот так. Еще если у вас позволяет рука, локоть. Как вы понимаете, это неправильно. Вот теперь я могу нащупать там гаечку на 13. И так примерно прикинуть, каким ключиком я ее могу сделать. Все руки расцарапываются, понятное дело. Но зато мы экономим время. Но вот что важно. Это к этому относится и ко всему остальному. Я это скажу, это должны принять во внимание и клиенты, и сами мастера, которые делают любую работу, в принципе. Вот. Значит, например, идет работа. Вот возьмем вот это, демонтаж зеркала. Вот по нормативам, ну так примерно скажем, на него вот дается 40 минут работы. Снять вот это, снять вот то, рассоединить и так далее. Клиент должен заплатить за 40 минут работы. Или, ну давайте так, для ровного, час, да? За час работы должен заплатить. Допустим, вот на Сиате, вот где я работал, у нас час работы 63 евро. То есть клиент за демонтаж, монтаж зеркала должен заплатить 63 евро. Но какой-то ушлый жестянщик или электрик, в зависимости от того, что именно мы ремонтируем в зеркале, нашел вот такой способ, через дырку рукой добраться, правда лежа, правда вот царапаешься, и не за час его меняет, а он его меняет за 5 минут. Так вот, в этом случае клиент должен заплатить за 1 час работы. Вот даже если я его за минуту поменяю, клиент должен заплатить 1 час работы. Так же самое, если мастер абсолютно криворукий и работу, на которую нужен 1 час, он ее делает в течение полудня, а у меня были такие персонажи, которые ремонт крыла, на который дается 1,5 часа, они делают его 1,5 рабочих дня. Вот. Так же самое и в этом случае, если дается час на зеркало снять, поставить,
А человек проковырялся с ним целый день или полдня, клиент должен заплатить 1 час работы. Клиент не виноват, что у мастера кривые руки. Так же самое, если я нашел вот такой способ, да, и меняю за 5 минут зеркало, клиент платит 1 час работы, потому что способ выбора ремонта, точнее выбор способа ремонта, это сугубо мое дело. И я готов пожертвовать руками, поцарапать их, чтобы сделать это за 5 минут. Значит, для того, чтобы зеркало нам открутить, я выбрал вот такой вот инструментик. Так, ключик такой, трещотка на 1/4 с длинной головкой. Трещотка, которая гнется во все стороны. Мне кажется, что ей, в принципе, будет самое удобное. Ну, посмотрим сейчас. Нам, в принципе, гаечку только сорвать, потом она пойдет от руки. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Потом это зеркало еще назад надо ставить. Ну, я думаю, попробуем потом гаечку эту прогнать мечиком, например, чтобы она, гаечка, хорошо накручивалась от руки. И тогда ключиком нам придется всего-навсего затянуть. Откручу уже пальцами. Открутить мы зеркало открутили, но оно осталось здесь висеть на такой сопле. И нам еще предстоит отсоединить колодочку. Что интересно, колодочка вот здесь она, в этом месте, да, то есть ни в ту сторону, ни в эту сторону ее до рассоединения высмыкнуть нельзя. Поэтому я вот такой крючочек изготовил, который можно, я надеюсь, что можно подцепить и отсоединить. Ура! Выловили. Так, теперь ручку снимем. В сравнении со всем этим сатанизмом, ручка снимается очень легко. И торг 120. И все. Важный момент. Эти болтики не откручиваются до конца. Если вы до конца его выкрутили, он падает вниз и кирдык. Разбирай дверь. Даже когда вы его выкручиваете не до конца, если болтик разболтан, он все равно может упасть вниз. И вам придется разбирать. А уж если до конца, там вообще без вариантов. И приходится потом снимать полностью накладку, вот эту вот под ручку с обратной стороны. И все это собирать деталька к детальке. Иногда они еще и ломаются. Важный момент. Вот эта резинка, у нее металлический каркас.
Поэтому, если мы ее снимаем вверх, и она приобретает форму банана, вот здесь будут оставаться тогда во время монтажа складки. И избавиться от них невозможно. Поэтому снимать надо чуть-чуть по чуть-чуть. Приподнимаем по чуть-чуть и снимаем. Стараемся приподнять по всей длине или, по крайней мере, ослабить. Вот так, и теперь можно, ни в коем случае нельзя вот так брать, смык вверх. Все, как смыкнул, так побежал новую покупать. Абсолютно ровную практически невозможно снять. Но надо к этому стремиться. Вот видите, как у нас получилось? Практически она ровная. Ну, теперь то, что нам осталось, в принципе, да, все понятно, поэтому комментировать не буду, будем просто работать. Благодаря тому, что мы из нее не сделали банан из этой резинки, у нас получилась линия без вот таких волн. А могла бы. Здесь тоже все хорошо. На заднюю дверь нам больше лепить нечего. У нас весь монтаж остался по передней двери. Ну, вы в курсе. Самое неприятное, конечно, это зеркало. Давайте сейчас поставим ручку сначала. Чтобы открывать нам было удобно. Thank you.
Помните, не выкручивайте до конца. Что теперь самое неприятное, да, зеркало? Наживил. Дай-ка ру. Теперь попробуем подсоединить колодки. Так, стеклу ничего не мешает. Опускается, поднимается стекло. Нам осталось поставить динамик. Вот так вы увидели способ, как снять это зеркало, не прибегая к демонтажу полностью двери. Хотя, также вы и видели, что затея это так себе, сомнительно. Ну, работает. Особенно, если кто-то использует незаконный детский труд, и ребенок маленький может туда рукой залезть и закрутить. Примите во внимание. Так, что у нас получилось? Здесь у нас, как вы помните, был удар поездом, которым мы с вами вытащили из машины и привели ее в чувство. Здесь у нас ничего не было, здесь у нас чисто освежающая краска, вот здесь у нас было чуть-чуть маленькие сколы по двери, которые мы тоже привели в порядок. Что у нас еще было? Вот здесь у нас было восстановлено антигравийное покрытие, восстановлено оно было со спрея, поэтому толщина чуть-чуть тоньше. Хотя заводское мы не снимали, поэтому в принципе осталось тоже, а может даже чуть толщее. Вот. И вот здесь был самый-самый удар. Ну как удар, тоже ударом стыдно называть. Ну честно скажу, белый цвет для таких ремонтов очень выгодный. Даже если бы здесь что-то и оставалось, мы бы с вами это точно не увидели. Тем более в объектив камеры. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать на сегодня. Я надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем удачи. Прощайте, прощайте, до свидания, до свидания.